Ну что ж, мои дорогие, мы с вами продолжаем, и мы с вами рады всех приветствовать, и мы с вами находимся во второй части 135-го видео, и у нас серебро, украшение производства Италия в лимонном золоте, в розовом золоте и родированные украшения. Что же, поехали. Давайте я надела мою сережку, чтобы с вами попрощаться и снова вас поприветствовать, так сказать. Но сейчас я хочу предложить вам и начну с сногсшибательных мультисапфиров, просто сногсшибательных. Шикарный комплект в родии, он настолько... Он не яркий, но я думаю, здесь будет все видно издалека. Здесь правая, левая, тонкий спил у камня, серьги крупные, заметные, колечко. Давайте я надену, оно тут разъемное на любой размер, но мне оно будет великовато. Я надеваю на большой пальчик мультисапфиры и жемчуг. Культивированный, небольшое количество цирконов, все это вроде, да, родированное украшение, смотрится прекрасным образом. Цену по сережкам я вам скажу, когда уйду на паузу. Тут люди тут смотрят, улыбаются. Это очень красиво, очень красиво. Вы видите, да, шахматная огранка у камня. Серьги крупнее, чем кольцо, но серьги не тяжелые. Правая, левая, как я вам уже сказала, давайте с вами рассмотрим. Очень красивый комплект. С прозрачными берилами догарнитурить на другую ручку, надеть или с жемчугами. Вы видите, как уже это все играет. Вы видите, это будет на эту мочку ушка. Вот так это будет смотреться. Давайте я надену. Мои абсолютно не тяжелые сережки. Абсолютно не тяжелые. Смотрится шикарно. Носить можно как на каждодневной основе, так и на праздничный, соответственно, в зависимости от того, что вы надели. Давайте я сделаю вот так, чтобы вы смогли рассмотреть. Вот так все это смотрится. Не знаю, как мне лучше, с какого ракурса. Красиво. Это действительно очень впечатляет. Это очень красиво. Давайте я скажу вам цену. 244 евро они стоят, но они того стоят, поверьте мне. Прозрачные камни, шикарное качество, могу сказать, наверное, даже ювелирное качество. И вот так с обратной стороны. Родированный. Кто хотел родированный комплект, колечко. 181 евро. 244 серьги. Очень красиво. Я продолжаю, и я надела еще одно кольцо, потому что я хочу показать вам два вот таких браслета. Было с прошлого показа в лимонном золоте, сейчас это родированное, да, серебро в родии. Один браслет 109 евро, 72 второй. Но я думаю, все видно и понятно, что и какой, потому что тоньше дешевле, потолще, поплотнее дороже. И, соответственно, и данный комплект, данное колечко. Ну, все, что у вас есть родированное, будет смотреться... Замечательно, я не буду снимать данные браслеты, буду продолжать показ в них, потому что комплект я сниму, потому что они будут подходить еще к некоторым украшениям, которые я вам буду представлять. И сейчас мы с вами будем примерять... А, есть еще браслет, еще один, еще больше и плотнее, 174 евро его цена. Давайте я его также надену, чтобы мы с вами, и я, и вы, и мы... И все вместе собрала. Вы видите, да? Вот так все это смотрится. Здесь сигуридат. Все это различается по замок коробочка защелкивается. У вас не слетит с руки. Все это различается только по не по технике работы, а по величине. Друзья мои, насколько я помню, было два браслета в видео вот таких в лимонном золоте в предыдущем, а вот два, или может быть я ошибаюсь, может быть и было, но в любом случае, смотрите, как здорово будут два смотреться вместе, один родированный, другой в лимонном золоте. 174 евро как один, так и второй. Абсолютно одинаковая работа, различие только в золочении. Вот так это смотрится. На запястье 16-17. 16-17. 18, я думаю, уже будет. У меня 16. 16-17. Замечательно. Друзья, мы с вами продолжаем. Я хочу представить вам сережки. Они в одном экземпляре. Здесь серебро с выбеленным эффектом. Матовый эффект у сережек. Вот такая змейка вокруг тонкого камня, тонкого оникса. Тонкий спил у камня. Просто, ну, я думаю... Вы видите, что здесь не все просто, и это очень красиво смотрится. Они были в одном экземпляре, мы не могли их не закупить. Я не знаю, возможно ли повторение или нет. Вы видите, как все это смотрится на ушке.
И давайте с вами рассмотрим вблизи. Я также надела кольцо уже с белого, да, извините, с радированное колечко. У нас было в лимонном золоте такое же колечко с ониксом. Соответственно, это вроде, ну, здесь не матовый эффект, как у сережек, но, тем не менее, может быть комплект. И давайте с вами рассмотрим данные серьги. Вот так они смотрятся. И вот так все это выглядит. Ну, я думаю, все здесь вместо тысячи слов, и на ушке это смотрится очень выразительно и ярко, абсолютно ко всему, для девочек, которые любят такие элегантные украшения. Да, здесь видно, что это змейка, да, потому что у нее глазки и все, но это все настолько изысканно, элегантно, настолько нежная, очень такая ненавязчивая работа. Очень вам рекомендую в единственном экземпляре. Вот так на ушке. И колечко 71 евро. В дополнении, почему нет, к данному варианту, несмотря на то, что здесь матовый эффект, серебра здесь нет. Но, тем не менее, оникс с ониксом еще никто не отменял, да? Ну что же, немножко люксовой гальваники, и вы видите уже на мне надетые серьги, которые также прекрасно сочетаются с данными браслетами. Повторюсь, мы с вами рассматривали еще вот такие браслеты, все это серебро, все это радированное украшение. И, соответственно, давайте с вами посмотрим, как они выглядят. 109 евро их цена. Очень красивая, извините, очень красивая работа. Видите, как здесь все внутри. Красивые такие завитки. У них необычная форма. У нас есть такие сережки в золоте, но еще более дутые, более крупные. Итальянцы знают толк. Абсолютно точно такие же модели, только в серебре и радированные. Я вам представляю. Сейчас 109 евро их цена, и вы видите, как все это выглядит. Я считаю, что очень красивое украшение. Легкое, на ушки смотрится хорошо. С браслетами, без, со всеми вашими любыми другими радированными украшениями тоже будет замечательно. Поэтому всем рекомендую. Друзья, есть вот такие сережки. Это уже радированные серьги. Я вам показывала такие же в лимонном золоте. Они были за 84. Данные сережки 84 евро. Есть в лимонном и есть радированные. Вот так они выглядят. Давайте еще с вами рассмотрим. Также люксовая гальваника. Вот такая прелесть. Такие лапочки, поэтому для тех, кто захочет, обратите ваше внимание, все серьги, которые я вам показала в этом видео, все они в одном экземпляре. И сегодня практически нет ничего, чтобы повторяло. Ну что же, я хочу предложить вам, во-первых, мои хорошие, хочу сказать вам, вы уже видите на мне гривну триколор в золоте, лимонном, розовом и радированное. Девочки, пришло дороже, не по 89, как было, а 126. Это вот единственное, что поднялось. Если по вашим запросам это не уйдет, и вы, значит, решите, потому что заказывал и знает старую сумму, можете это не покупать. Тот, кто купит, тот купит. Но поставщик, который нам поставлял данные, так сказать, известные гривны, поднял цену. 126 она стоит. Вот, это для тех, кто хочет. И, соответственно, я хочу предложить вам вот такой комплект. Это серебро радированное, вставки серебро в розовом золоте, да, золото 18 карат. Очень красивая работа. Здесь, я думаю, вы видите, на что это похоже. И здесь размер 17, чуть немножечко больше 17, да, и вот таким вот образом выглядят сережки. Сейчас я вам хочу показать также браслет, который будет неплохо смотреться с данной вариацией, да, это вот такой браслет, я его сейчас надену за 163 евро, тяжеленький, увесистый, здесь радированное серебро и также серебро в розовом золоте, и абсолютно спокойно, давайте я сделаю так, чтобы не снимать моих колец, вы видите, что это соединяется в комплект, на запястье 16-17, даже 17,5 тоже будет хорошо, здесь некое количество циркониев, как вы уже смогли заметить, с обратной стороны он выглядит вот так. Вот такой браслетик в розовом золоте, разъемный, также подойдет вот таким образом на запястье 16, девочки, на маленькое запястье. Вот мне хорошо, ну, 16. С данным комплектом прекрасно. Сколько он стоит? 86 евро стоит кольцо, внутри масло масляное. Это полностью повтор золотых украшений, как золотое украшение. То есть вы надеваете и забываете, что на вас вот гладкая, приятная, законченность работы очень хорошая. И сережки, я сейчас вам все покажу, они стоят 109 евро. И вот так они выглядят. Они выглядят как золотые сережки. У нас были такие модели, есть в золоте. Вот так все это смотрится. 109 евро. Вот такие лапочки.
таким кликом. Они новые, поэтому твердо. Ну что же, друзья мои, а у нас с вами сапфиры, и я хочу представить вашему вниманию серьги. Новая коллекция производства Италия. Сапфиры натуральные, шахматная огранка. Кто помнит, если девушки помнят, у нас вот такие колечки были, которые, возможно, ну, возможно, одно осталось. Я сейчас вот не помню, по 64 или по 67 евро. Вот такие кольца с натуральным сапфиром в обрамлении. Также вот таких мелких. Это цитрин, топазик, если я не ошибаюсь. Это серебро в лимонном золоте. И, соответственно, зашли вот такие серьги, девочки. Они в одном экземпляре. Поэтому те девушки, у которых есть кольца, вот такие, да, обратите внимание, вы в приоритетной позиции. Если вы захотите, то сережки будут ваши, потому что, соответственно, получается очень интересный нежный гарнитур. И давайте с вами пообщаемся на тему цены. Вот где я оставила уже секунду, я уже не вижу, где у меня сережки. Давайте с вами рассмотрим вблизи, как смотрятся данные серьги. Здесь тонкий спил у камня, они не весят. Здесь сапфиры в таком сине-сером, в желтом, да, желтые. Вот, ну, не желтый, он такой будет. Да что же это ребенок там? Это, девочки, я прошу прощения. И сапфир уже в более насыщенном цвете. Кстати, будет неплохо, будет очень даже неплохо. Я вам показывала браслет, который... также в лимонном золоте. Здесь, правда, золочение немножко. Вы видите, да, как все заиграло. Вот сейчас мне приходит это на ум. Вот так это все смотрится. И вот он уже получается наборчик. Кто хочет, все это в лимонном золоте. Натуральные сапфиры, природные, легчайшие сережки, штифт занижен. Вот такие вот висюлечки. Браслетик я вам уже показывала вблизи. Не будем останавливаться, но вот просто не могу не сказать об этом. И вот так. Ну и с колечком, соответственно, замечательно. Теперь что у нас с вами по цене, да? А по цене у нас с вами следующее. Меряю на это ушко. У нас и были эти серьги по той же самой цене. Из этой же коллекции, да, похожие. Точно таких точно не было, потому что это все натуральные камушки, все это ручная работа и все это индивидуальное. Как вы помните, как вы видите, вот из этой серии украшения не повторяются, да? Поэтому... 167 евро цена данных сережек. Все такие серьги сразу уходят и сразу проданы были. Оставались одни с долгое время с такими светлыми более, да, мультисапфирами. Девочки, вот так все это и с обратной стороны. Ну, я думаю, здесь все видно. И, возможно, если я не ошибаюсь, осталось одно колечко такое. Поэтому, если кто-то из девушек, кто кольца не приобрел и захочет комплект, будет комплект. У кого есть такое кольцо, то, пожалуйста, пишите по поводу сережек. 167 евро. Есть правое, левое, потому что они вместе легчайшие. Просто легчайшие, вы видите, да? Вот так все это смотрится. Забегая вперед, хочу сказать, что у нас сегодня будет прекрасные кианиты, просто прекрасные, шикарные украшения. Но прежде чем я перейду к этим прекрасным, шикарным украшениям с кианитом, я хочу показать вам одно колечко. Оно одинарное, здесь три смотрятся вот таким вот образом. Колечко разъемное, 154 евро, вы видите, да? Вот оно разъемное, это серебро родированное. Посмотрите, как здорово на пальчике. Как здорово, и видно, что мне удобно, да? Ну и владелице этого кольца, соответственно, также будет удобно. Здесь фантазийная шинка, ручная работа, 154 евро. Вот так это смотрится. Красивые серьги. Ой, красивое кольцо. Думаю, наверное, о серьгах. Но у нас впереди будут еще и серьги, обязательно. Очень красивое украшение. 154 евро, девочки. У кого еще нет? Но это новая коллекция такого кольца. Именно с такими вставками. Такая модель была, но с такими вставками не было. Девочки, забыла вам еще показать сережки, которые будут. Я сказала, что колечко абсолютно одно. Нет, оно не... абсолютно, наверное, не то слово. Оно не одно, потому что в том плане оно одно, но к нему есть серьги. Оно не одиноко, назовем это так, потому что я его сейчас уже догарнитурила. Я вспомнила, что у нас сережки есть с кианитом и с культивированным жемчугом замок Омега. И, соответственно, вот так все это смотрится. Вы видите, да? Я считаю, что это самая та история, которая, возможно...
кто-то оценит, кому-то она понравится. И сережки стоят 148 евро. Левая, правая замок Омега и смотрится вот таким образом. И вы видите здесь кианит во всей красе, предстает со своим свечением. Я считаю, что это очень здорово, очень красиво. Ну что же, дорогие мои, я думаю, все видно издалека, все говорит само за себя. И я хочу представить вашему вниманию это достойное украшение для завершения видео. Это великолепный лазурит, великолепный кианит и великолепный культивированный жемчуг. И все это серебро в лимонном золоте от лучших итальянских домов. Я с гордостью не могу, да, говорить иначе, с гордостью хочу представить вам данное украшение. Очень красивое, очень яркое украшение. И давайте сделаем так. Давайте я не двигаюсь, потому что волосы, хочу, чтобы это все было. Давайте я надену вот такое кольцо. Я думаю, это уже дополнит весь образ. И мы с вами рассмотрим. И вот такой браслет. Кианитом. И я думаю, сейчас уже полный образ, да, вы сможете уже в полной, так сказать, мере насладиться. Я сама наслажусь, да, красотой данных украшений. Я уйду на паузу. Давайте будем с вами рассматривать. Я вам буду говорить цены. Здесь кольцо в лимонном золоте 18 карат, разъемное, 231 евро. Я думаю, качество издали кричит само за себя. Здесь прекрасный. А это не кианит, девочки. Я думаю, что это сапфир. Но в любом случае... Нет, это кианит. Кианит в шахматной огранке. Шахматная огранка. Вы видите, да? Огромная крупная жемчужина. Я считаю, что очень удачное колечко. Очень красивая фантазийная шинка. И для тех, кто любит, да, для любительниц данных камней, вообще синей цветовой гаммы. Но я считаю, что это просто безукоризненное украшение. Безусловно, все украшения, они великолепны. Я специально говорю, вы пока смотрите на данное украшение. Браслет 24 евро. На ручку, вы видите, он мне свободен. Здесь гематит, кианит и жемчуг. Но уже не белый, а в сером цвете. Браслет такой не обхватывает, да не очень свободный, девочки. Я даже думаю, на запястье 19 тоже будет хорошо. Ну и, соответственно, сережки. Давайте я вам покажу. Не хочется двигаться. Дышите, не дышите, да? Давайте я вам покажу, как выглядят серьги. И потом я вам назову цену как серег, так и ожерелья. Вот так они смотрятся. Здесь великолепный кианит, тонкий спил у камня. Вокруг на серебряном жгуте шпинель, штифт занижен, культивированный жемчуг, золото 18 карат. Вы видите здесь свечение. Все это ручная работа. Но камушки, естественно, полировали, их делали более такими изысканными, да, более тоненькими. И посмотрите, ушко не отвешивает, сережки просто, ну, шикарные. Давайте я сейчас уйду, да, я не буду уходить на паузу, у меня есть еще нормально по времени. И я назову вам цену данных серег. 167 евро стоят данные серьги. И вот так они смотрятся. Это, кстати, на у них правая и левая. Я неправильно надела. Это мне надо было на правую сторону и на левую другую сережку. Но окей, ничего. Я думаю, что вот так с обратной стороны все это выглядит. Ну и, соответственно, с кольцом. Кольцо просто шикарное, девочки. Серьги шикарные. Ожерелье. Я обязательно сейчас я уйду на паузу. Мы с вами все рассмотрим. Дорогие мои, мы продолжаем с вами рассматривать великолепные кианиты, и я надела следующий комплект. Вы уже видите на мне серьги, кольцо я сейчас покажу. Я сняла данное кольцо, но маякую для тех, кто хочет комплектом. Также будет в приоритете на одну ручку вот это кольцо с жемчугом, потому что это, ну, буквально, ну, это красиво. И на другую можно будет вот это колечко, которое я уже надела. Это колечко также подходит к данным сережкам, если вы хотите. Но здесь сережки, замок Омега. И давайте рассмотрим, как они будут выглядеть. Я думаю, вы сейчас все оцените по достоинству. Вот так они смотрятся. Тонкий спил у камня, некий завиток. У нас наподобие модель была с лунным камнем, теперь зашло с кианитом. Шикарные. Красивое свечение в серьгах, здесь такое, ну, очень красивое, с эффектом, да, серебра такого, видите, да, как все это отсвечивает.
штифт занижен, очень удобная модель, подходит для тех, кто не хочет висюлечки, ну и, соответственно, колечко. Колечко стоит 109 евро, кольцо разъемное, в золоте 18 карат. Но я не снимаю ожерелье, не снимаю данного браслета, продолжаю вам представлять кианиты для, возможно, кто-то захочет один комплект, да, кто-то другой, но они прекрасны. Очень удобное кольцо. 155 евро стоят сережки. Они очень красивые, девочки. Здесь и как сшлифовали, да, есть немножечко такое вот. Но это все момент, это ручная работа, вы сами понимаете. Довести до такого совершенства камушек. Очень красивые камни. Очень красивые. Всем рекомендую. 155 евро. Ну что ж, мои дорогие, и следующий вариант, это третий комплект с кианитом. Они похожи только тем, что они с одним и тем же камушком, да? Но форма и сама идея, она абсолютно разная. Первые были висюлечки, вторые были замок Омега. Эти тоже замок Омега, но здесь вот такой красивый завиток. К ожерелью подходят как одни, так вторые, так и третьи, но решать только вам. Не тяжелые серьги, очень красиво, очень удобно сидят на ушке. Где они у меня? Вот они у меня. Я не двигаюсь, дышите, не дышите, да? И, ага, цена у меня будет на том, что надето. И давайте с вами рассмотрим. Здесь тонкая пластина, тонкий спил у камня. Все три комплекта очень удобные, очень носибельные. Сейчас будет шум. С вами возвращаемся. И вот так выглядят данные сережки. И вот такое колечко. 116 евро, кольцо разъемное, с красивым завиточком. Очень удобная, очень носибельная, можно совмещать, как я уже сказала. Для тех, кому понравилось, вы можете также приобрести вот это кольцо, да, на одну ручку, на вторую. Ну, я знаю тех девушек, которые любят кианит, любят ляписасуль, да, лазурит. Ну, вы сами уже решите, как вы это будете делать. Очень легкие серьги, очень легкие, девочки, они крупные. Они крупнее тех сережек, что я вам показала до этого. Давайте в сравнении, для тех, кто хочет меньше, для тех, кто хочет покрупнее. Но в любом случае, как одни, так и другие, безусловно, к ожерелью. Но повторяю, ожерелье у нас одно. Я ухожу на паузу и сейчас буду показывать вам ожерелье. Пришло время рассмотреть данное ожерелье, здесь лазурит и кианит, 277 евро оно стоит, здесь крупные вставки кианита, вот лазурит вы видите, да, в 3-4 ряда, и все это культивированный жемчуг и серебро в лимонном золоте, абсолютно подходящее ко всем комплектам, которые я вам показала. 277 евро. Замок, карабин. Есть камушки более овальной формы. Все это фасетная огранка, да, шахматная огранка. И все это разные формы камней. Ни один из камушков из кианита не повторяется. Вы видите, вот в виде капли, круглый, квадратный, более овальный, прямоугольный с такими овальными, да, более прямоугольник, назовем это так. И вот так все это смотрится. Можно носить вот немножечко вот так, да. Можно носить, как надела я, вот так тоже будет очень здорово смотреться. И вот такие здесь камушки. Ну, очень красивое украшение. Очень-очень красивое украшение. Секундочку. Богатство. И 167 евро я сняла с ушка данную сережку. Тонкий спил. Великолепный кианит. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Я буду ждать вас в комментариях, я буду ждать вас в WhatsApp, Viber. И я всем желаю море счастья, море красоты. С вами была Екатерина, а мы с вами увидимся в следующую пятницу. Всем всего хорошего, до свидания.